Решение принято. Депутаты окружного совета большинством голосов утвердили изменения в устав городского округа в связи с изменениями федерального законодательства. Утверждена в ходе 73-го заседания совета схема округов, необходимая для работы территориальной избирательной комиссии. 8 февраля 2024 года территориальная избирательная комиссия города Щелково приняла решение 61/1 о определении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Щелково. Все необходимые документы были представлены в Совет вместе с сопроводительными документами. В ходе заседания депутаты заслушали информацию о деятельности спорткомитета округа Щелковской больницы, прокуратуры о результатах анализа состояния законности и правопорядка на территории нашего муниципалитета и соседних Фрязино и Лосино-Петровского, а также о деятельности межмуниципального управления МВД России Щелковская за 2023 год. За отчетный период общественно-политической ситуации в городском округе оставалась спокойной и не повлияла существенным образом на состояние криминогенной обстановки. Общий массив зарегистрированных преступлений снизился на 3,9%. В ходе заседания утвердили изменения в годовой план работы депутатов. В конце утвердили списки награждаемых почетными грамотами и благодарственными письмами Совета. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.